Значит, с нами представительница Украины на детском Евровидении 2010. Пусть она нам представится. Здравствуйте, я Юлия Гурская, я представитель Украины на детском Евровидении 2010. Расскажи нам о своей песне. Моя песня называется «Мой самолет». Это песня про девочку, которая сама управляет своей жизнью и решает проблемы сама. Расскажи, как создавалась твоя песня, как ты принимала участие в ее написании? Мы обратились к нашему винницкому композитору Андрею Марусичу, он написал песню, а я была с автором слов. А вообще, как пришла идея участвовать в Евровидении? Я всегда следила за детским Евровидением с того времени, как Украина начала принимать участие в международном конкурсе. Я смотрела всегда и подумала, может быть, мне тоже принять участие. Мои родители и педагог меня тоже поддержали. Как думаешь, вот за счет чего тебе удалось одержать победу на отборе? Не знаю. Я просто сыграла и была искренне спела, я думаю. Это, может быть, всем понравилось. Что ты ждешь от детского Евровидения? Я хочу... Самое главное – это победить, привести в Украину победу. И хочу найти хороших друзей, подружиться с другими детьми из других стран. Спасибо, удачи тебе. Спасибо большое.